Потом терценем еще тут то, что неровно болгаркой отпилено. Это вот получается с такого ржавого прута. При том, что кривого отрезал кусок от этого. Кувалдой выпрямил малость. Согнал все неровности. Выйдет у нас завесик. Одну часть я уже выточил на один завес. Это на второй выточу второй. А там надо будет выточить с отверстием. Вот под отверстие задней бабки нема, то дрелью буду сверлить. Главное по центру заловить. И все. Ладно, сегодня не буду уже.